Здравствуйте, дорогие мои зрители, гости моего канала. Сегодняшнее видео будет такое, девочки. Я говорила вам, что некоторые платочки я хочу отдать, ну как, продать, не отдать, продать, естественно. Я же их тоже покупала, ну, некоторые пару раз одела, вот. Поэтому я хочу сегодня показать. Мне многие спрашивают, да, что же вы хотите, вот, девчонки. Я сегодня хочу показать, что же я хочу. Ну, я так поняла, что я больше их не буду носить, одевать. И поэтому я хочу предложить, кто-то, если заинтересуется, вот, пожалуйста, пишите, да. Вот, девочки, шелковый платочек, да-да-да, красота, конечно, но, девочки, не буду я его больше одевать, не знаю, нравится, красивый, да, все. Ну, что-то я не знаю, как-то вот. Я его раза два, наверное, одела. И все на этом, девчонки, все. Называется «Аромат любви» Жукова Елена, первый колорит. А шелк стопроцентный. Вот такой платок чудесный, красивый. Ну, девочки, не буду я его больше одевать, не знаю, как-то вот. Не знаю. Может быть, от того, что у меня уже много платочков других, да? Платочек, конечно, чудесный, чудненький такой, красивый. Не знаю. Вот хочу продать. Посмотрите, приглядитесь. Может, кто-то хочет. Я не знаю, есть он на сайте, сейчас нет. Конечно, по цене я буду продавать той, которая сейчас на сайте, девочки. Вот, я еще этот платочек, естественно, пересылочку, конечно, как сказать, вложу, потому что, ну, и во всех, что я покажу, да, потому что я же тоже платила за пересылку, вот. И потом, за что я еще платила здесь? Ну, естественно, налог, это понятно, да, все знают, не просто так, мы все платим налоги за платки. Вот. Покупала я его на сайте, выписывала с Москвы. Вот такой вот платочек, девочки. Кто хочет, пожалуйста, предлагаю, продаю. Продаю, предлагаю. Так. Сосед, думаю, кто там? Это сосед на велике. Думала, мой муж. В общем, вот такая вот красотень, да, девчонки? Посмотрите. Абсолютно новый, не стиранный ни разу, не стирала я его. Ну, вот два раза одела. Я считаю, что он у меня как новый. Ничего здесь нету, абсолютно никаких там, чтобы что-то было. Абсолютненько. Новенький платочек. Вот. Вот такая красотень. Очень красивый, очень. Ну, вот, видите. Размер у него 1,30 на 1,30 м, если кто не знает. Вот шелковая бахромушка такая вот. Так. Так, с этикеточками все в порядочке. Так, и следующий тоже шелковый платок. Скажите, мне они так идут? Да, девочки, идут, конечно. Мне многие платочки идут. Мне, можно сказать, все идут, да. Ну, не так прям все, но идут, да. А этот у нас «Восточные сладости» Жукова Елена, 9-й колорит. Тоже 1,35 м на 1,35 м. Вот такая вот красотень. Вот такой красивый. Ну, однако же я его тоже решила продать. Я решила это видео сделать, потому что мне многие спрашивают, что же вы хотели. Ну, я и обещала, что я сделаю видео на эту тему, девчонки. Вот, смотрите. Вот такой вот. Замечательный, красивый, шелк стопроцентный, очень красивый платок.
Я уже говорила, цены буду продавать так же, как на сайте стоит, потому что этот платок тоже не стиранный, два раза, наверное, одеванный, все на этом. Он абсолютно новый, с этикеточками. Вот. Я ношу очень аккуратно, девочки. Если я раз одела, это очень аккуратно. И примерочки я показывала. Это, как сказать, ни о чем не говорит, да? Вот. Платки только больше ценности имеют. Чем дольше они у нас, тем больше ценности имеют. Тем более эти платочки очень популярные. Вот. Так, следующий платочек, девчонки, тоже вот такой красный. Он уже шерсть идет, 100%. Волшебный танец называется. Додонова Ирина, пятый колорит. 1,25 на 1,25. Ну вот, решила тоже с ним расстаться. Вот такая я. Непостоянная, да? Ну, в платочках, конечно. Вот, смотрите. Вот такой красивый, кто не видел его. Ну вот решила расстаться. Покупала я его вообще под джинсовую одежду, девчонки. Тоже раза два, наверное, надела, прогулялась. И ничего ему не случилось, он не стиранный. Вообще платочки ни один еще не стирала, ни один. Я говорю, ношу очень, девочки, аккуратно. Я очень аккуратная в этом плане. Посмотрите, вот такая красотень. Очень красивый. Под джинсовую одежду покупала этот платок. Но так и не пришлось мне его поносить. Не знаю, у меня один еще красный есть. По-моему, испанское вино. Я его себе оставила. Он такой красновато-бордовый такой вот. Ну вот я посчитала, что мне хватит красных. Еще у меня подкова красная. Ну, та, правда, шаль. Это платок. Вот, платок. Все здесь в порядке, аккуратненько, никакой там не облезший, не полинявший. Вот, отличное качество. Вот. Очень красивый платочек, девочки, присмотритесь, кто хочет. Этикеточка здесь, этикеточки в порядке. Вот это для тех, наверное, кто, я думаю, что кто в Европе живет, потому что кто живет в России, они сами себе купят, есть возможность, да, а кто живет в Европе, им проблема. Так как мне, да, я бы тоже, знаете, как сказать, не побрезговала бы с рук купить платочек, почему нет. Вот. Если ты очень хочешь и у тебя нет возможности, девчонки, вот, на сайте заказывать, там еще проценты надо платить,